Добрый солнечный день, Красногорск. Мы находимся на Луганском направлении, в одном из подразделений, кому сегодня привезли гуманитарную помощь. Хотим выразить благодарность от лица бойцов, от себя лично. Это спортивно-патриотическому клубу «Ярополк» и его основателю, ветерану подразделения «Альфа» Шадрикову, который является также депутатом Красногорска, за предоставленные печи. Капельница, которая бойцам как раз сейчас необходима. Значит, мы работаем. Парни, которые находятся вот сейчас здесь с нами, которые принимают этот груз, хотят просто обратиться к красногорцам. Пожалуйста. Добрый день, солнечного дня, как уже было сказано. Хотим выразить очень большую благодарность. Нам этого всего есть, но это в очень малом количестве и просто не хватает. Огромное спасибо. Вам мира, здоровья, а мы вам будем помогать, мы будем приближать победу. Спасибо. Мы за Россию, победа будет за нами. Спасибо большое. А мы выдвигаемся дальше, чтобы продолжать приводить в порядок и еще подразделения. Мы сейчас находимся в Горловке для выдачи гуманитарной помощи нашим друзьям, вот таким как Александр Перевердев, Елен и все остальные. Военно-патриотического клуба «Ярополк», печи сирийские. Мы дальше продолжаем двигаться. Все во имя победы, работаем. Огромная благодарность за оказанную гуманитарную помощь ребятам. Они привезли груз 132-ю отдельную мотострелковую бригаду, город Горловка. Все необходимые вещи, которые будут отправлены на фронт, необходимые для выздоровления наших раненых бойцов, которые находятся на лечении в госпиталях. Спасибо. Сегодня мы находимся у нашего доблестного друга Александра Ночь, который сейчас скромничает и прячется от нас. Особую благодарность за печи, которые были предоставлены военно-патриотическим клубом «Ярополк» сирийского производства. Победа будет за нами, делаем все для победы. Спасибо большое. Завтра же все будет уже там, где должно быть. Будет помогать моим пацанам все это делать. Печки вообще класс, отличная вещь, очень-очень даже будет помогать нам.